Всем привет! Лишний диурок посвящен прессу. Сегодня мы покажем самые эффективные упражнения для пресса. Первое упражнение является самым эффективным на рельефность пресса. Мы продемонстрируем. Также можно делать амплитудно и с большим отгинанием назад. Следующее упражнение статическое, оно развивает силу. У этого упражнения есть две вариации, то есть высокая вариация и низкая. Это была высокая, низкая более на нижнюю кубы пресса. Также можно добавлять небольшие махи ногами. Так держать лучше подольше, пока пресс не начнет сжечь. Следующее упражнение наиболее лучше подрабатывает нижнюю часть пресса, а также ноги, что является немаловажным для развития пресса и тому подобного. Лучше выполнять это упражнение, держась сзади за опору. Следующее упражнение наиболее сложное. Оно прорабатывает как рельеф, так и силу. Также есть вариация и статическая. Многих других видах дворового спорта большая часть упражнений выполняется через координацию силы брюшного пресса. Следующее упражнение поможет вам добиться желаемых результатов. Это упражнение можно видоизменять в разных вариациях.
Если вы новичок, следующее упражнение поможет вам привыкнуть к предыдущему. Мы думаем, вам поможет наша обучалка и разнообразит вашу спортивную жизнь. Больше тренировок, и все получится.